Всем доброго времени суток, мы продолжаем проходить The Last of Us. Мы остановились на... собственно, мы ищем какого-то Роберта. И я пока не знаю, кто это за Роберт. Ну а да, также в следующей серии все и началось. Ну, давайте искать Роберта дальше. Что? Руку. Ну, подобрали свое снаряжение, зачок, пистолет, фонарик. Да и больше ничего не вижу. Давай. Ну, будем двигаться дальше. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Да уж, знаю. Поэтому взяли пистолет, но в нем, конечно, 4 патрона — это немного. Где и лестница? Для меня это будет проблематично попасть в 4. И, кстати, вот заметьте, когда мы прицелимся, прицел он вот так вот. Вот по такой вот, такая стрелка вниз, по вот так вот он, ну, не так сильно, правда, как я сейчас показываю, но немного в слабой форме. Но это немного все-таки... Эй, посмотри вон там. Где? Где? Здесь? Это все-таки как-то затрудняет стрельбу, вообще прицеливание. Супер, тащи! И для меня, косого человека, это будет очень сложно. Лестницу тем временем нашли. Сейчас поставить сюда надо, да? Да. Дамы вперед. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда. Теперь вниз. Ничего не вижу, включу фонарик. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Стой, споры. Угу. Что-то плохое. Фу. Да. Откуда они? Кран, как в прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. А вот и виновник. Фу. Труп свежий. Да. Тут может быть опасно. Фу. Гадость. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. И правда. Доски. Сюда. Наверное, засохли уже. Сухие. Тише. Смотри, смотри! Ой-ой-ой. Помогите! Маска сломалась. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? Не, ну, если не хочешь превратиться, то придется сделать вот так вот. Пошли. Блин, жалко его. Но только таким способом он может не превратиться, потому что если у него сломанная маска, то, соответственно, он уже надышался спорами. Ну, то есть он заражен и превратится уже по-любому. О! Хрена себе. О, глухак. Тихо. Я хочу его вырубить, например. Тихо. Тихо. Так, ну тут еще двое, они вроде заняты... Кошмар. Выключу фонарик. Они вроде заняты поеданием трупа. Поэтому, может, поползем на меня.
аккуратненько. Тихо. Тихо. Ты с ним бегай, что ж ты... Вот... Да. В общем, туда, думаю, можно... О, давайте уже тогда... Давайте не будем их убивать все-таки. Не будем ввязываться в бой. Тесс. Что-нибудь есть? Можем здесь сверху посмотреть. Но я не хочу привлекать их внимание и пока что не ввязываться в драку. Тем более тратить патроны. Нас услышали. Тебе не слышали, уроды. Два патрона потратила за них. Кислород. Надо было раньше. Я люблю природу. Потому что город воняет. Ну так закажи Биллу освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Если честно, я немного... Сюда. Я услышал то, что они нас поняли, что не путают. Каким образом это было, я не понял. Прикрой. Но, видимо, ход. Надо Ладно. Было, чтобы они на нас напали. Но ввязываться в драку мне с ним не хотелось, вы видели. Ну, в принципе, ничего плохого не случилось, двигаемся дальше. Фонарик мне стоит выключить. Так. Черт, доска упала. А перепрыгнуть тут нельзя, интересно, вот. Ну, конечно, вот старики, ну... Джоэл. Другом, а? Вот, кстати, вот Сейчас. Интересно, вот мы были... проходили начало, когда дам пролог. Там у Джоэла было день рождения. Вот мне скорее интересно, сколько Ну-ка, ему, передай потому мне. Что здесь, ну, по крайней мере... Ну, меньше 40 я ему точно не дам, но... Она как тяжелая. Бы, апокалипсис тут уже не до... Как-нибудь. До того, чтобы за собой сидеть. Ладно. Ну, может, так и есть. Не знаю. Аккуратно по доске Всё, пройти. Залезай и пошли. Раскомандовалась. Тихо. Что ты творишь-то? Какой красивый мир, да? Красиво. Растение. Ну, не растение, растительность. Проверим, нет ли рядом солдат. Как вы собираетесь это проверять? Чисто. Пошли. Можно бегать во время? Нет. Так, с опытом мы пришли, где мы были, что ли? А, нет, смотрите-ка. Закрой. Бери патроны. Пригодятся. О, и правда. Теперь зарядимся. Ой-ой-ой. Вот этот древнейший комп, наверное. Ну, малыш, убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли. Эй, Крисон, какая делишки? Говорят, есть товар. Не сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться.
Рынок какой-то. Ронул, купи. Ронул, купи. Блокируй удары! Ну поддай ему! Заткни ему хлебало! Другой разговор! Давай! Надери ему задницу! Лупи! Я на тебя ставил! Попробуй продолжить! Давай! Лупи ему в табло! Оставляйся! Ты куда попёрся? Его разлёгся! Замочи суку! Сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Да, конечно, запущено тут все. Знакомый, не спрашивай. Еще раз повторюсь, это зомби-апокалипсис и... Атмосфера. Это дальше пойдем, может, что-нибудь интересное есть. Опа, что это такое было? Листок какой-то, что это? Повестка. Читать. Ну, в общем, это прочитайте, если вам будет интересно, на паузе. Я вот так вот прокручу. Воду. Те, кто хочет, прочитают. Тут что-то фигня мигала. Что это? Он столько всего на фабрике сховал. Разыскивается со связи с цикадами. Понятно. Да. Еще кого-то в розыск. Ты что творишь такая? Что такое? Что проблема? Так, вроде мы тут подобрали, что мы могли. Идти дальше тогда. Тесс нас ждет. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Райс. Следите за светом. Оп, о, тут какая-то разборка сейчас началось. Будет. Началось. Подготовлюсь даже, сяду поудобнее. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки, нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту! Пригнитесь! Готов? Я тебя убью, нахрен! Я прикрою. Да. Займись ими. Не, ну Тесс, конечно, нормально придумал. Тихо. Во-во-во-во. Не, ну, друг, ты умираешь, согласись. Позиция у тебя совершенно. Позиция просто нет. Че, голова торчит? Блин! Косой я! О, попал. Убила. Молодец, косой. Так, у них есть патроны. Тор. Хорошо. Откуда у него столько людей? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Пора с ним разобраться. Вон тут, вон тут, вон. Скольких людей разыскивают? Черт, тут не пройдем. Где? Эй, подсади. Я, конечно, подсажу. А что? Ну-ка. Что-то не устраивает, что ли? А меня? Дай руку. Ну, это первая разборка, собственно. Ну, вот так. Достаточно легко, но все равно стрелять мне неудобно. Просто потому, что я на геймпаде целюсь совершенно не умею. По крайней мере, на PlayStation. Ого. Иди сюда. А тут что-то... Да-да-да. Это я тоже. Снова люди Роберта. Да, я их вижу. Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что?
Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Догадливые. Годы. Тесс, ну выруби его! Не так это надо было, блин. Я же теперь никак тут не беру отсюда. Отлично. Нет, Тесс, ты, конечно, молодец, да, ты его вырубил, но... Пошли, все-таки я думаю, что стоило... Куда? Я все-таки думаю, что стоило как-то... Я был тут, на Джордан-стрит, и вдруг появились солдаты. Вели пятерых гражданских. Тесс. Сейчас угадаю. Тебе один, мне другой. Ага, поставили к стенке и бац-бац-бац. Всех перестреляли. Я и тогда возьму себе дальнего. Говорят, во всем городе. Пойду с этой стороны. У меня там брат. Серьезно? Ага. Хочет мир спасти, придурок. Надеюсь, он жив. Тихо, аккуратно. Тесс. Тесс. Да не нож, тоже хочу. Так. Ну, пока что... Смотри. Мы справляемся. Где? Не проблема. Его тоже возьмем. Отлично. Снял по ключ. Ключ от склада. Какого склада? Тут вот дверь была. Давай смотримся. Что склада? А, тут открытый. А, вот. Даром до того. Да. Если вы снова потом уж месяц соседнее выживание. Ну, собственно говоря, как мы делать и будем. Давай так, еще раз посмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? Раз, два, три. Кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Так, значит, у нас их тут трое. Ну вот, вот ты вдруг плохо встал для себя. Так, сейчас подождем, когда они уйдут или отвернутся, и тогда я их приму. Вот он уходит. Уходи. Уходи, уходи. Тихо. Ну вот, он, в принципе, нас уже не увидит, и сейчас сюда можно вот этого. Тихо. Эй, давай без глупостей! Где ты будешь морать? Отлично. Смотри, приятно. Еще одного. Так, ну теперь дилемма. Либо наверх, либо вниз. Один стоит внизу. И вот там еще наверху один. Я думаю, что они одни. Давайте наверх, потому что сверху, если что. Нижнего будет легче отстреливать. Так, вот тут еще стоит. Тесс, можно не шуметь, пожалуйста? Так, давайте вот этого вырубим, пока он стоит так. Очень вкусно. Ладно, приятель, давай без глупости, а. Давайте здесь. Включим. Так, вот я вижу одного внизу. А, вот еще двое. Так вот этих двоих, я не знаю, что с ними делать, если честно. Потому что они так стоят, что вот прям... Ну, конечно, если бы Тесс одного взяла бы, другого я, то есть, если, допустим, Тесс обошла бы там, пошла бы где-нибудь, то тут сработало бы. А так вот я не знаю, что делать. Только вот если сейчас попытаться нижнего как-то, да? А вот они уходят в разные стороны, точнее, в одну сторону. И вот сейчас что можно? Сейчас можно вот эту, твою мать.
Ах ты ж, ладно. Попытка не пытка, чё? Надо в голову тебе прицелиться. Отлично. Голова торчит. Отлично. Ну, фактически, нас увидели, но мы быстро с ними разобрались. Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Да, ты прав. Ну, тут, блин, пошел вот очень пошли, не вовремя. Пошли, пристань вон там. Я немного... Я думал, я сначала подумал, что он меня не увидит, если честно. Так, сейчас. Вот. Я сначала подумал, что меня не заметил, но потом... Такой внезапный вышел. Там уже все понятно. Ох, то ж сколько вас тут, ребятки. Вон он ходит. Роберт. Живой пока, ублюдок. Пока. Ну все, пошли. Ну вот тут, если честно, я уже не знаю. Их тут очень много. Давно не приходят. Сначала потеряли агентов на севере. Ну, насчет запасов-то у нас, в принципе, мы не сможем с ними справиться. У меня патронов недостаточно. Там уже только если вот так вот. Я предлагаю вот так вот по ящикам пройтись, потому что тут. Давайте потихоньку. Более. Их тут полно. Можно будет скрытно двигаться, перемещаться, да? Палка. Пойдет. Если нас заметят или что-то в этом роде. Я лучше здесь останусь. Можно будет. Так вот, пока он тут стоит, давайте быстренько перейдем, чтобы он нас не увидел. Потому что когда. Так, давайте сейчас еще тогда оценю ситуацию. Ну, мы, в принципе, нашли палку. Вот, и я вижу, что она, конечно, на 4 удара. 4 удара, это... Ох, 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 это so close. Его я предлагаю вырубить. Хотя, он, конечно, нам не особо мешает, но все же. Все же. Он какой-то... Там много, на самом деле, видите. Вот это вот, я думаю, что мы уже никак не вырубим, только если там через какой-то другой вход, как он нам пойдет. Но он, в принципе, ходит, вот он ушел, да? Ну, в принципе, нормально. То есть, если мы сейчас... Все, он идет, в общем, дальше по своему маршруту. Но вот он меня напрягать, мне кажется, будет, и все-таки, наверное, его лучше будет... По-хорошему... Его вырубить надо, мне так кажется. Что он будет меня отвлекать. Мешать мне. Поэтому предлагаю подождать, пока он... Что, нет, еще не заметил его. Пока он пойдет дальше, там, вот это по своему пути, вот эту. И там уже сзади его возьмем. Там еще он ТЭС сидит. Тут меня они не видят, они в эту сторону вообще не смотрят. Они меня, видимо, даже не ждут. Поэтому... Я не знаю, что я здесь, хотя достаточно близко мы там стреляли. Так, вот пора. Сейчас его аккуратненько обойду сзади. И вот желательно вот здесь вот, чтобы... Оп. Потому что... Чтобы подстраховаться. Оп, патрончики. Отлично. Вот насчет гладкого согласен. Так, дальше мы что видим? Дальше мы видим вот там вот. Так, там двоих я, наверное, вижу, потому что я там еще одного где-то видел. Вон он ходит, да. И тут уже с ними надо что-то придумывать. Ну, по-хорошему, сейчас было бы, знаете, какое-то укрытие. Что-то типа вот этого ящика синего. Хорошо, он подает. Я тогда вот здесь обойду. Вот так вот аккуратненько. Дойду. Так, у нас тут двое, да? Сейчас вообще вот здесь вот для полного комфорта обойти. Прям вообще шикарно. Тесс, отлично. Ой. Ну, пока что все идет достаточно неплохо. Меня вполне устраивает.
Вот он стал сейчас спиной, вот если бы... Вот если бы сейчас этот тут не ходил, то я бы сзади так вот... Да, оп, за контейнер. Я думаю, что мы бы уже тогда уже ушли от них. Так, сейчас еще посмотрю. Тут они оба спиной стоят, но все-таки, конечно, мы не пройдем тут. Хотя, смотрите-ка. Пройти сзади, главное пройти сзади. Сейчас контейнер. Тесс, ты там за мной уйдешь? Вот сюда спрятаться сейчас. Вот это я, наверное, зря занял эту позицию. Более палевно. Больно. И давайте я все-таки отойду обратно за этот контейнер, потому что... Еще раз повторюсь. Нас могут увидеть, потому что там вот этот чувак, он же ходит туда-сюда, туда-сюда. Так, какую я вижу проблему? Я вижу проблему вот в этом. Вот этих вот... Тихо! Так, вот этих вот... Вот этого вот, который левый... С ним будет проблема, к нему задний подойти, потому что он стоит за ящиками, прикрывается. Смотрите, идет сюда. По-моему, да? Сейчас прям... Ох. Что он мог заметить нас. Идет сюда или как? То есть... В общем, попытка не пытка. Заметят, заметят. Достаточно патронов набрали. Ну да, вот здесь вот. Вот так вот оглушить, чтобы он не увидел. Вот. Смотри сюда. Отлично. Сейчас вот сюда вот переместимся. И тогда еще вот этого вырубим. И я думаю, что с теми до того же проблем не будет. Тех уже можно будет так вырубить. По-громкому, скажем так. Оп. Ну, она, в принципе, не увидит, и обездыханное тело тоже не должен увидеть. Может, да. Надеюсь, ты не здесь пойдешь, потому что если пойдешь здесь, то это будет для меня плачевно. У него палка, смотрите, большая. Да чё ж ты встал-то так, а? Пытаться к нему подкрасться, что ли, даже не знаю. Оп! Отлично. Я, правда, нет, хотел сделать, но он пойдет. Так, ну тут та же самая палка. А это что? А это бутылка. Не, мне больше бутылка нравится, потому что она громче. Ну и они как бы оба одноразовые. Так, что? Ну, в принципе, остается вот этот один, там еще ходит. А, там даже стоит еще один. А, ну, в принципе, тот так стоит и, по-моему, даже не двигается. Так, вот это надо как-то что-то с ним делать. Мне кажется, что вот так вот будет самый оптимальный вообще вариант. Отлично. Отлично. Похоже. Роберт спрятался в этом офисе. Пошли. А вот ты? Ну, а тебя я так порублю. Ну, отлично. Мы с ними всеми причем разобрались. Достаточно по-тихому. Меня это очень даже радует. Корабль. Разбитый. Я думаю, что, наверное, пока на этом можно закончить. В общем, всем, кому понравилось, поставьте лайк, подпишитесь. Это займет немного вашего времени. Всем пока.